непонятно ничего. Сентября 2022 года, 8 часов 10 минут, в городе Каменске-Уральском на проезд на поселок Чкаловский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало 2 человека. По обстоятельствам данного ДТП водитель автомашины Nissan Almera, женщина 82 года рождения, двигаясь по проезду на поселок Чкаловский со стороны улицы 1 мая в сторону улицы Сецкая, по неизвестной причине не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомашины Nissan Almera и его пассажир несовершеннолетний 2011 года рождения. На месте ДТП сотрудники госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Также госавтоинспекция города Каменска-Уральского обращается к водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и недопущении нарушения правил перевозки с нарушениями несовершеннолетних. Начальник госавтоинспекции города Каменска-Уральского, подполковник полиции Морозов Алексей Васильевич.